Сегодня у нас вечером продолжение утренней серии. Мы перед тем, как уйти на море, значит, провели такой опыт с арбизом. Замочили арбиз в спрайт, минералку и кока-колу с бёрном. И вот что у нас получилось. В спрайте, значит, вот как он у нас вырос. Ну так, как обычно, прикольно. Ждун контролировал процесс. Он ждет не только, когда растет арбиз, а еще ждет наших любимых подписчиков, которые напишут комментарии, которые к нам подпишутся, да, на канал. Вот такой любимый ждунчик. Давай его поцелуем. За то, что он терпеливо ждет. Поцелуй ждуна. Вот, он ждет у нас, работает ждуном. Да, это член нашей команды. Так, в минералке. Значит, арбиз вырос вот как, показываем. Так. А что же случилось с кока-колой и бёрном? Вернее, у нас был не бёрн, а, извините, Red Bull. Папа туда Red Bull добавил. И вот что же у нас получилось. Представляете? Он стал мега огромным. Даже полопался некоторый. Вот такие мега арбизины получились. Для сравнения. Да? Возьми в руку дети. Да, вот такой вот арбиз. Вот такой огромный, гигантский арбиз. Он мягкий. Прикинь? Да-да-да. Он мягкий. В два раза больше, да? Даже в три раза больше стал, а? Но мы не стали уже дальше выращивать, потому что у нас очень много еще новых интересных серий, которые мы с вами вместе завтра снимем, вам покажем. А теперь будем говорить пока-пока, Леночка, да? Вот такой вот арбиз. Попробуйте тоже и покажите нам, напишите, что у вас получилось. Вот с кока-колой, с спрайтом и минералочкой. Всем пока-пока. Да, говори. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч, новых серий. Подписывайтесь на наш канал. Ставь лайк на мапочку. Давай. Еще люблю. Всем пока.